Когда в Фолт-Сити наступает ночь, никто не в силах людям помочь, кроме одного субъекта. Угадайте, кто же это? Нет, не угадали. Арс! Только Арс, только Арс, всех он гангстеров отловит. Только Арс, только Арс, правосудие восстановит. Только Арс, только Арс, остановит ты ракету. Только Арс, только Арс, он опора для планеты. Но враги его всегда за каждым углом поджидают. Когти выпускают. Мафиям на все пойдет, чтобы остаться при деле. Нервы на пределе. Только Арс, только Арс, монстров чудищ раскидает. Только Арс, только Арс, в облаках он не витает. Только Арс, только Арс, но дай ему хоть слово вставить. Только Арс, только Арс, тут уж упадешь, не встанешь. Только Арс, только Арс, только Арс, только Арс. Землетрясение? Здесь никогда не бывает землетрясений. На секретном заседании правительства выступает инженер Блохельд. Господа, объединив ваш административный ресурс с моим изобретением, мы сможем разрушить этот город. И на обломках старого мира мы воздвигнем новый, справедливый мир ВША. Подождите, мы же с вами уже обсудили. Вас нисколько не интересует ваши... Нам лишь нужно, чтобы вы за соответствующее вознаграждение порушили некоторые... Ветхий райончик. А мы их застроим магазинчиками, заправочками, торговыми центрами. Вы блаженны? Я говорю вам, о небывалой власти. А вы о чем? О деньгах, понимаете? Нам, как бы сказать, нужен бизнес-проект, а не ваши, простите, утопические фантазии. Ну, ладно. Источник подземных толчков явно находится за пределами города, и даже несколько более того. Сейчас я запущу геолокатор и смогу назвать вам точный адрес. Ох, а вот что он точно не сможет найти, так это пределов моей шикарности. О-о-о-о. Нашел! Ох. Это вот здесь, что ли? Вы знаете, по-моему, он нас послал. Мэнни, слушай, может, подождешь в машине? Поверь, в такие истории барышни попадают только для того, чтобы быть похищенными. Я переживаю. Чего? Ты рассуждаешь, как деревенщина старомодная. Или как тупенький сценарист. О-о-о. Не, ну вы же просили побольше шуток в серию. Я же все это записываю. Вот. Не знаю, что сейчас с вами будет. Кот Борис такой толстый, что ломает четвертую стену.
А? А? Да ну вас. Да, похоже, здесь ничего. Так, минуту, а это ж... А? Эх ты, Блохельд! А чем это мы тут занимаемся? Что, дали тебе денежки, да? Чиновники хотели обмануть меня, но я обману их. И вы не в силах меня остановить. Этой ночью Дефолт-Сити обратится в руину. И на обломках старого мира я воздвигну новый, справедливый мир. Вэш... Знаю, знаю, ВША, тут повсюду написано, уже в глазах рябит. Погодите-ка, ВША, это что такое? Всемирная шутовская академия? Вон 6 автомобилей. Вонючий шакалий атрибут. Уточняк. Всезнающий шерстяной арбуз. Нет. Вы выброшены, школьный аттестат. Замолчите, это ведь даже не смешно. Ну так и скажи, что это означает? Ну а вот с таким отношением теперь точно не скажу. Ну ты ж просто не придумал, ты все. Ты признайся, но ведь легче будет. Придумал. И не вынуждайте меня применять силу. Какую такую силу? Назови хотя бы одну причину не прихлопнуть тебя прямо сейчас. Ах, да. Я беру ее в заложники. Видите ли, я создал маленький, но очень мощный гаджет. Он работает на основе механизма Тесла. Ничего сложного. За счет все усиливающихся колебаний он позволяет выживать землетрясения любой силы и направленности. Сейчас вы все увидите, когда я начну рушить первый район. Если кто-то из вас хотя бы пошевелится, то мой гаджет расколет ее очаровательную черепушку. О, вот урод. Следующая сцена получилась настолько скучной и клишированной, что, ей-богу, лучше посмотрите на пляшущих букашек. Много в мире пакости, много в мире нечисти, но над всею мерзостью властен только он. Он в костюме клетчатом, в лимузине сидячи, мыслит комбинации, а господин барон. О, повелитель крыс, мышей, лягушек, блох-клопов и шей. И на званом ужине, как на заседании, продолжает о своем деле думать он. Через стекла темные смотрит он на публику и находит новых жертв, господин барон. О, повелитель крыс, мышей, лягушек, блох, клопов и вшей. Мы его боимся очень. Страшный, страшный, к нам барон сейчас придет. Скажет что-нибудь плохое. Мутит комбинации, деньги, сделки, акции. Как людишек развести и сорвать миллион. Ради корпорации он бы душу дьяволу продал, да только он есть господин барон. Он пылитель крыс, мышей, лягушек, блох-клопов и вшей. Крыс, мышей, лягушек, блох, клопов, вшей. Здрасте. На этот раз все серьезно. Что-то срочно надо делать. Эй, я соображаю, соображаю. Thank you.
чтобы вы знали, в этих домах очень много бездомных кошечек. Черт, швырнуть что ли в него тяжелым? Братья, швыряйте меня. Погоди, Каляпис, какой у тебя ошейник? Да какой, самый обыкновенный, антиблошиный. Что? Что это? Главные новости. Коррумпированный чиновник Олег Олегашкин сегодня был арестован. Это печально. Разыскиваемый инженер Блохельд сбежал из страны верхом на навозном жуке. Триллиарды долларов Олега Олегашкина, найденные в его тайниках, пошли на подстройку новых районов. Эти дома будем строить на чем-то вроде пружинистых подушек. Они будут защищать их от землетрясений в любой сложности. Слушай, Ляпис, я тут взял у Блохельда на память одну штучку. Как думаешь, что это такое? The Zorb. Zorb. Черт, что это может быть? О, чур мне самый большой дом. О. Знал. В случае с котом Борисом современная наука пока что еще бессильна. Но мы будем работать над этой проблемой. Канал Анимарс! Срочно подписывайся! Приключения Арса и другие мультфильмы, видео по истории анимации и дофига всякого другого! Подпишись на канал и группу Анимарс в Контаче! Все уже подписались. Подписывайся давай.